Это очень необычная история, и она очень сильно изменила мою жизнь. Я Майк Джефферсон, обычный видеооператор на местном телевидении. Каждый день после работы на электричке я возвращался домой. Но в тот день все пошло совсем по-другому. Электричка подъехала к станции и остановилась. С этого момента начинается моя история. Я всегда носил с собой камеру, и в тот же день она мне очень пригодилась. Прогремел взрыв, и люди в панике побежали прочь из вагона. Я решил бежать за всеми. К сожалению, на камере был выключен звук, и я остановился, чтобы включить его. Странно, но после взрыва дым сразу начал окутывать здания, расходиться по улицам. Во всех домах были выбиты стекла, люди выбегали на улицы, машины останавливались. В этом незнакомом районе я знал только одно место, где я мог найти помощь. Здесь, недалеко, в ресторане работал мой друг. Последний раз я у него был лет 10 назад и совершенно забыл, где его забегаловка. Я стал осматривать все кафе и магазины. В небе я увидел странный овал, но мне было не до него. Я что-то пытался сказать людям, но они не обращали на меня внимания. Сейчас мои мысли были сосредоточены на взрыве. Что это было? Возможно, это взрыв на заводе или произошла авария на заправке. Ведь взрыв был где-то близко, недалеко от меня. Я это чувствовал. Я не ожидал чего-то серьезного. Я думал, через неделю все уже об этом забудут. Наконец я нашел кафе друга. Здесь мне сказали, что сегодня у него выходной. В разочаровании я вышел на улицу, не зная, что делать. И мне пришла в голову идея. Можно забраться на крышу и заснять все происходящее с более хорошего ракурса. Я уже чувствовал, что за эти видео я получу неплохую прибыль, меня покажут по телевидению, возможно, даже повысят на работе. Поэтому я бежал со всех ног, чтобы успеть заснять клубы дыма, место происшествия или воронку от взрыва. Я спросил у людей, где можно найти ход на крышу, но им было не до меня. Осмотрев крышу, я решил забраться выше. Тем временем темнело, наступала ночь. Я нашел лестницу и решил прыгнуть туда. Здесь тоже мало что было видно, и я решил рискнуть, перебравшись на другие крыши по рекламным плакатам.
Это было страшно. Люди смотрели на меня, как на безумца. Еще я думал о доме. Я жил с братом и сейчас очень надеялся, что все с ним хорошо. Мне очень нужно было попасть домой, ведь там, скорее всего, тоже выбило стекла. Но мой дом находился в 5 километрах от этого района. Я решил сначала доснять материал и отправиться домой. На телефоне связь пропала, поэтому дозвониться никто не мог. Вот тут на меня напал страх. Мне было страшно перепрыгнуть по лестнице. Одолев свой страх, я забрался выше. Я увидел то, от чего был в шоке, и я решил бежать. Внезапно я увидел вора, который пытался украсть машину. Я хорошенько ударил его, и он убежал. Надо было валить из города. Вскрыв машину, я сел и поехал.